Ну, безграмотный кретин под ником Байдельда Багбергенов пишет: в Туркестане тогда чьи могилы? Ч с мягким знаком и. И перед Туркестаном надо писать букву В. Вот, Тенгри наказал Берке хана бездетностью, но вот это он пишет. Но это в Туркестане явно не его потомки. Казахские ханы, они являются потомками Туха Тимура, 14-го сына Джоша хана, да? И они к потомкам, Батухана не имеют отношения, да? Казахские ханы. Вот и все. Потомки Батухана и Беркехана, они похоронены на Волге. И все. Золотая Орда была там, на берегу Волги. И тупой кретин, конечно, я его отправлю в бан. Больше не будет.